Как оказалось, что после 45, а мне сейчас 47, наступил возраст, когда вдруг я не хотела этого. Я всегда считала, что женщина должна быть, если уж не на, ну, как минимум, на одной планке с мужчиной. То есть вот такие феминистические у меня мысли были в голове. Зарабатывать должна, как мужчина, пользоваться всеми правами. А сейчас вдруг резко, не знаю, откуда это пришло в мою голову, я почувствовала, что я хочу просто быть женщиной. Я хочу быть любимой, хочу, чтобы меня баловали, как малышку. Я очень хочу домой, к семье, хочу уюта, тепла, и чтобы было крепкое мужское плечо. Я хочу быть тёлочкой.